Лук нашинковать полукольцами. Сладкий перец нарезать соломкой. Подготовленные овощи переложить в кастрюлю, добавив сахар, соль, растительное масло. Влить томатный сок, перемешать. Овощи тушить при закрытой крышке 15-20 минут. Совет. В зависимости от количества получившейся массы, пропорционально добавьте в нее уксус. Из расчета на 1-литровую банку положить 1 чайную ложку уксуса. Хорошо перемешайте и уложите в стерильные банки. Накройте стерильными крышками и закатайте.